Подведем итог. Система событий позволяет решать много различных задач, и нет необходимости модифицировать ядро. Мы рассмотрели решение трех задач с помощью обработчиков событий. В первой задаче мы влияли на данные, которые передаются в обработчик. Во втором делали необходимые нам действия, и в третьем отменяли действия системы. При решении задач с помощью событий необходимо определить подходящее событие для решения задачи, например, с помощью наименования, как мы делали это для отмены регистрации пользователя, использовали событие onBeforeUserAdd. Также необходимо учитывать входящие параметры в обработчик, существует ли возможность отмены действий и ожидает ли система возвращаемый результат. Для создания обработчика событий используется функция addEventHandler. Также возможно использование функции RegisterModuleDependencies. Она вызывается не в init.php и предназначена для единоразовой регистрации обработчика в системе. При разработке проектов мы используем addEventHandler, который вызывается на каждом хите.